Обалдеть. Что вам угодно? Я бы хотел посмотреть... Бейсбольную карту? Баскетбольный мяч? Нет. Банджо? Бобра? Байк, вашу мать! Если вам угодно выражаться, выражайтесь на улице. Простите, начнем сначала, как будто я только вошел. Что вам угодно? Спасибо, я хочу купить этот велосипед. А вы не Уильям Дембра, писатель? Да, это я. Он раньше был моим. Что ж, теперь он мой. Но вы известный писатель, значит, можете себе позволить. Ладно, сколько? Три сотни. Вам это по карману. Сейчас достану. Ну, тогда договорились. Вам подписать книгу? Не, там концовка плохая. Три сотни. Он ваш. Ага. Не знаю, быстро ли он ездит. Он тут много лет стоял. Знаете что, мистер? На нем можно было обогнать дьявола. Да, я тоже по тебе скучал.